Два знаю настоящих английских анекдота. Один из них мы сняли, по-моему, даже. Да, точно сняли. Едет водитель по дороге. И у него что-то с машиной, машина останавливается. Он поднимает капот, ничего не может понять. Ключ не реагирует, все. И вдруг лошадь выскакивает из кустов. Дорога пустая, говорит. Ну что? Машина сломалась. Дальше буду говорить не как лошадь, но вы понимаете, что говорит лошадь. Он говорит, да, вот, сломалась. Ну и что ты? Генератор там сломался. Генератор. Угу. А, генератор, да? А что делать? Ну что делать, что делать? Дебил. Галстук сними, галстук. Намотай вместо генератора, как ремень. Туго-туго затяни. Немножко тут, 3 мили. И доедешь до сервиса. Там тебя починят. А, да, галстук? Ага. Хорошо, все, понял. Она бу-у-у, и ускакала. Он снял галстук, завязал. Включил, машина завелась и доехал до этой станции техобслуживания. И навстречу выходит работяга с сигареткой. А там... Да знаю я все, что за... Лошадь выскочила, да? Угу. Да, ну да, да, сказала, что генератор сломался, да? Угу. Галстук сказала снять, да, завязать вместо ремня, да? Он говорит, ага. Да брось ты, мужик. Ни хрена она в генераторах не понимает.